Девочки улыбаются, правильно? Улыбаются, улыбайтесь. Улыбаться будете. А я буду. Хорошенькая. Я знаю. Кажи, где там у тебя что там? Ноги есть? Есть ноги. Улыбаешься? Все нормально. Анекдот. Все ноги. Помотаем. В ресторан прямо. О, самый лучший гитарист. Сама гитара. А это не тебя снимаю. Тебя с этой самой. Я тоже могу гитару. Нет, с этой штукой. Большая штука. Можно порнофильмы снимать. Потом будет тебе по телевизору показывать. А что? Очень красивая. Особенно то, что там. Голова такая. Стройная. Улыбочка. Не надо, я не хочу. Эх, куда ты денешься? Я сниму все равно. Вон еще одна идет. Я! Тоже красивая. Конечно, красивая. Столько много девушек. Спасибо. А ну вот сзади тоже хорошо. Верю. Да. Верю, я тоже верю. Охотно. Все, хватит. Все? Уже без пленки. Охотно верю. Вот она, вот она. А, его! Ты звезды! Что там такое? Прорвалось. Не надо, не надо. Пожалуйста. Владимир, твою шляпу вышла, так не видно. Вот какая-то девушка красивая. Девушка, да. Какие ноги. Тебя потерял. Микрофон. Знаете, с ним девушка. Все женщины возненавидел, когда тебя потерял. Позови меня в ночи и приду, а прогонишь, по с ума сойду. Путь из памяти сотру друзей, лишь бы ты всегда была моей. Позови меня в ночи и приду, а прогонишь, по с ума сойду. Путь из памяти сотру друзей, можно рожки. Лишь бы ты всегда была моей. И понял тогда, что стою я на трезвой, когда я тебя потерял. Позови меня в ночи и приду, а прогонишь, и с ума сойду. Друзей, лишь бы ты всегда была моей. Позови меня в ночи и приду, а прогонишь, и с ума сойду. Благодарю. Концерт на площади. Да, я побоялся снимать. По заявкам. Девушка. Девушка с гитарой. Что? Все принесут. Что там такое? Интересно. Виталий, там что, еще не выпускало? Да, Зет, ты вот так было. Пиши мне. Нет, я, наверное, не буду. Что? Это девушки твои? Где? Ну? Хорошие девушки. Хорошие. Ты где стоишь? Я хотел дома здесь оставить. А я их заберу. Я тебя заберу. Я их с собой заберу. Правильно. Мамочка. Я не снимаю этот ноги. Ну, глянь камеру, я же... Белый орел. Слава Богу. Я знаю, как ты писаешь. Так, где девушка? Ты серьезно? Так, со стульями. Украли стулья. Крадуть, крадуть. В пятах улыбаемся. Пленка же кончилась. Смотрите, что так смотрите. Yes.
сейчас сделаю звезд местных. Ветерок дует. Так, молодцы. Мы держали пытку. Ну, ничего мне забирать не будем, я тебе не надо. Ты же не будешь. Да, ну и я не буду. А все там есть. Ты с ним тогда снимаю эти поговоры. И все. Скажи, что я с тобой говорил. Но не верю, что я детей прощу, что и мы с тобой. Я потом сразу... Я сюда приеду. Девять, в среду. Все, девять, а я детей к этому времени приеду. Папа, артисты идут в ресторан. Артисты. Сзади ничего, это хорошо смотрите. И на сцене вы так смотрелись хорошо. Молодец. Все хорошо. Красиво это. Да? С танцевального. Фотомодели местные. Нам понравилось. Они там что-то все тягают, вот в сумочке все тягают. Да, вот носим. А для чего вы снимаете? Я специально снимаю, чтобы потом знали. Так для чего вы снимаете? То, что унес. А. Может, сумки? Мороженое пропало. Вот, ну еще одно. Нет, сумку не будем есть. А я не дам. Я не прошу. Ох, как ты. Так, очень интересно. Так для чего вы снимаете, не скажите? Да, вот для чего? Буду делать фильм. По типу, да? Нет. О молодежи, о городе. И вообще. Я молодежь. А все на нас, да? Не так куда вы будете показывать? Она таких вот. Ограничилась я молодежь нами. Не только вам. Я уже снял 52 минут. Когда вы будете показывать? Я снимаю смелых, красивых, с длинными ножками. Все смотрелось. А кто боится, я тех не снимаю. Когда вы будете показывать, мне скажете? Как сделаю? Так мы же хотим посмотреть. Да. Я и на гимназии. Работники идут в музыкальные. Лучшие в городе. Исторические моменты. Да, и очень красивые. Все, съемка пошла. Так. Это хор мальчиков. Да, да, девочки. Мы только что участники концерта. Да. Только что. Нам предстоит. Да, да. Спели на этой сцене. Очень спели хорошо. Очень хорошо. Тоже мы дали по 20 тысяч, а это мы дали газировку. Да. Держи. Один ту бутылку взял. Я-то не решил зрить. Это два слепых. Иди сюда. Пару гитаристов. Да. Еще здесь. Привет. Молодцы. А сзади мусорка стоит. Так. Ладно, смотрю. А вот дергай ими. Как на демонстрации. Я тебе должен. Ты что, хочешь? Я сияю. Против Ленина. Ничего. Какой Ленин, господи. Он думаю, Ленин сзади. Не бегай. Не стену снимать. Встань, я снимаю. Что ты спиной стал? Он хочет показать, как он со спины красивый. Витя, пошла, кись сними. Ты стой, ты же стой на месте, ты не можешь снять. Ой, не дергайся. Что, все хорошо? Стой, не дергайся, это ты разбиваешь резкость. Башмаки, да. Модель Наталья. Одноразовые, бумажные. Так я же тебе говорю одноразовые. Для покойников. Света. Ну все, можно ручки махать и идти. С Минска приехали. Какая прическа. Ой-ой-ой. Ничего. Никаких штучек. Можно идти дальше в ресторан.